как я это тоже буду сделать? Папа, вот здесь большая нота. Как вы делаете? С Анатолием уже, можно сказать, половину своей жизни положил в месяц. Я хочу выпить за свою супругу. Хочу сказать, что я ее люблю так же, может быть, даже сильнее, чем тогда, когда я с ней познакомился. Я счастлив, что встретился с прекрасным человеком. Человеком, который понимает меня всегда, везде, в нужные моменты. Всегда меня ищет. Может быть, иногда слишком настойчиво, но все равно. И всегда находит, благодаря новым мобильным телефонам. Даже дело не в этом. Я пью за Свету. И еще вот мне какой-то сюрприз здесь подготовили. Сейчас будут транслировать меня по центральному телевидению. Свет, за тебя. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
скучать всего 7 дней на звуки. А вот скучается, хоть волком вой. Посуды кухонные года все не доходят руки. И я опять забыл полить твои цветы. Друзья зовут, давай махнем на шашлыки на дачу. А я не еду, мне милей мой сплин. В привычной мизансцене дней все кажется иначе, когда невольно поживешь один. Я скучаю по тебе, как апостол по святым мукам. Я скучаю по тебе. Вот какая штука. Я вспомню, как недолг мир, и он не повторится. И все прекрасное в нем ты. Скучаю по тебе, как по дороге своей стаи. Я скучаю по тебе. Так вот еще бывает. Именно как раны на сердце запеклись, мечтами их и песнями мы каждый вздох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Мечтами их и песнями мы каждый вздох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.